Всем привет. Давненько ничего не выкладывал. Наконец-то удалось выбраться на рыбалку, нормально посидеть, да и вроде погодка хорошая. Созрела такая идея записать серию видео по рыболовным местам своего рода, карта рыболовных мест Калининграда для тех, кто не имеет своего автомобиля. То есть можно добраться на общественном транспорте. На самом деле мест таких довольно немного, но тем не менее, грубо говоря, маршрут, на каком автобусе доехать, как дойти, в описании оставить, не знаю, геолокацию, да, там координаты места, где рыбалка будет. Если идея интересная, пишите в комментариях, буду рад, если это интересно не только мне, скажем так. Вот. А сегодня мы находимся на Карбышево, одно из любимых мест рыбаков в Калининграде, с учетом, скажем так, доступности. Очень легко и быстро добраться. Любой автобус, который идет до, условно, гостиницы «Калининград», с любой точки области можно, из города доехать. А дальше 15 минут пешком, это на Карбышево. Идея сама по себе в чем? Ездить именно на общественном транспорте, снимать места, рассказывать о своем опыте, да, соответственно, на что ловил, кого ловил, как ловил. А возможно, делиться слухами, рыбаки любят поболтать, когда не клюет особенно. Такое, к сожалению, бывает. Ну и, собственно говоря, все это предоставлять вам на обзор, на суд комментаторов, так сказать. Жду комментариев, а сейчас рыбачим. По Карбышево, какие тут плюсы? На мой взгляд, отличное место для начинающего рыбака именно фидерной ловли. Потому что относительно узкий отрезок реки, далекий заброс не нужен. Оп, поклевочка. Вот и первая густёнка. Поздравляю. Вот такая вот густёрочка. Нас, к счастью, прервали. Первая густерка есть, уже приятно. Далее, в чем все-таки плюс, да? Далеко забрасывать не нужно. Разумеется, многие, приходя сюда первый раз, второй раз, стараются по традиции фидериста забросить максимально далеко, а то и на другой берег. Бывает и такое. Вот, но Хорошо придавливает. Поменьше. Опа. Или меня кто-то поймал, или... Нет, тут сидит. Да, это меня кто-то поймал. Осторожно, пока не тяни. К сожалению, бывает и такое.
Ну вот, я поймал, меня поймали. Ну или опять же, я поймал, кто знает. Итак, Карбышева. Узкий отрезок реки, как я уже сказал ранее, довольно хорошая глубина, далеко забрасывать не надо. Многие, конечно, стараются под тот берег, но опытные ребята, кто здесь давно рыбачит, поделились знаниями, скажем так. Заброс в среднем от 15 до 20 метров может сделать и новичок, возможно, даже чуть ближе. Это верхняя бровка, начало фарватера реки, как раз где хорошо кормится густерка, подлещик. Ну и, собственно говоря, лещ тоже поднимается туда. Вот. На самом деле, отличное место для рыбалки в черте города. Народу здесь всегда очень много, постоянно закормлено. Разумеется, свою подкормку тоже желательно иметь, и тем не менее. Единственный минус с утра – это лодочники, которые, разумеется, считают себя лучше других. Надеюсь, сейчас меня не заплюют. И проходят на полном ходу, особенно рыбинспекция, как будто бы сами никогда не сидели с удочкой на берегу. Ну, тут уже, как говорится, каждому свое. Две густерочки уже есть. Разумеется, наша цель – это лещ. Верим, надеемся и ждем. Красотища. Рассвет. Машин еще мало вокруг. Хотя такой рассвет где-нибудь условно на природе был бы, конечно, гораздо круче. Ну, ничего, всему свое время. Рыбка потихоньку поклевывает. Но ждем леща. Кого-то я поймал, походу, спиннинг. Нет, рыбка. Хорошая густерочка. Красотища. Рассвет. Машин еще мало вокруг. Хотя такой рассвет где-нибудь условно на природе был бы, конечно, гораздо круче. Ну, ничего, всему свое время. Рыбка потихоньку поклевывает. Но ждем леща. Кого-то я поймал, походу, спиннинг. Нет, рыбка. Хорошая густерочка. По-моему, есть. Что-то не крупное, но хотя хорошенькая густерка.
Серег, подашь экстрактор? Вот такие разбойники попадаются. Ёрш обыкновенный, но крупный. А проглотил-то японский магнитофон. А я пока, наверное, перезаброшу ближнюю, дальнюю, так что разобрался. Сидит, прикинь. Да? Вообще ни поклевки не видим. Что-то хорошее. А, нет. То же самое. Здесь вот, да. Даже не видел поклевки, просто решил перезакинуть. Ну, хоть что-то все-таки поймали. К сожалению, мой телефон разрядился. Снимаю на другой. 7 шестерок неплохих. Сейчас будут отправлены на волю. Что могу сказать? Веща, к сожалению, не дождались. Но все еще впереди. И не забудьте, если идея по рыболовной карте Калининграда будет вами поддержана, значит, будут новые ролики именно на эту тематику. Всем пока!